Второе соборное послание святого апостола Петра. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Марка Святое Благовествование. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето.
Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Но в тые дни по скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды будут с небесе спадающие, и силы яже на небесех подвижутся. И тогда узрят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою и славою многою, и тогда послет ангелы своя, и соберет избранное своя от четырех ветр, от конца земли до конца неба. От смоковницы же научитесь притчи, когда уже ветви ее будет младо, и извращает листвие, видите, яко близ есть жатва. Так и вы, когда сия видите бывающе, видите, яко близ есть преддверьях. Аминь глаголю вам, яко не имать прийти род сей, донде же вся сия будут. Небо и земля прейдет, словеса же моя не прейдут». Дальше говорит Писание. «Господи Божий Израилев, надежда благочестивому, от края земли мы слышали чудеса. Но скажет горе хулящим, которые хулят закон, горе преступникам, которые переступают закон». Все народы, которые да, находятся на краях земли, да, на островах морей, они восклицают, что «Господи Божий Израилев, ты надежда благочестивому». То есть мы поняли, что ты, тот, кто благим образом почитает тебя, кто любит тебя, кто служит тебе, тому благо, ты его Господь, ты для него надежда, он избавляет того. Вот вы спрашивали, каким образом спасутся? Рассказывается, да? Господь Божий Израилев, ты надежда благочестивому. Сам Бог избавляет людей во время этих великих катастроф конца мира. Он сам надежда и прибежище наше. Недаром церковь так часто говорит, услышанный Божий, спаситель наш, упование всех концов земли, исущих в море далече, да? Надежда всех концов земли и те, кто в море далеко. И поэтому говорит Писание, от края земли мы слышали чудеса. То есть народы говорят, что чудеса Бога уже не только где там, где Израиль, да? До самых краев земли доходит весть о Боге, и вместе с вестью о Боге приходят чудеса на самые-самые края земли. Везде, где идет проповедь Божия, там видны великие дела Бога, там совершаются чудеса. И мы видим, что теперь уже слава Богу, она являет свое могущество и силу, и славу во всех концах мира. Так и есть на самом деле, да ведь? С распространением проповеди и Евангелия божественной силы также являет себя везде. Не случайно, да, ведь, когда церковь приходит куда-то, что церковь начинает делать? Она крестит, меня помазывает, но еще она причащает, но что еще делает церковь? Она занимается исцелением, понимаете, да? Просто нет, да и телесно. Таинство соборования, да, до сих пор у нас. Везде, по всему миру, это таинство исцеления действует, да? И чудо стало нормой жизни. То есть, действительно, мы живем в атмосфере непрерывных чудес. Когда говорят, что там христиане, там говорят, что, когда христианам говорят, что чудес на свете не бывает, надо сказать так, вы в церкви не жили никогда. В церкви чудеса – это просто нормально. Но здесь сказано о неких последних чудесах. То есть, о великих избавлениях, которые Бог совершит на корях земли. То есть, при последней великой проповеди Бог совершит великие чудеса, когда Он явит свою силу и славу среди обращаемых народов, которые приходят к Нему, которые приходят из гибели к спасению. Но, ну, скажут еще они, спасенные, но горе тем, кто хулят закон. Горе преступникам, кто переступает закон. Двойное горе кому? Первое, кто хулит закон и кто его переступает. Тот, кто хулит закон, тот, кто борется с законами Бога. Вот это те люди, которые там борются с гомофобией, там, да, так называемой. Таким Бог объявляет горе. Гомофобия у нас это называется ненависть к гомосексуализму. Главным гомофобом вселенной является Господь Бог. Понимаете, да? Он ненавидит содомию и за это уничтожает целые города. Помните, Содом и Гоморра, так они сожжены были. Вот, Бог ненавидит злодейство, и человек, если злодейство оправдывает, то он получает возмездие. Но горе преступник, который переступает закон. И преступникам тоже горе, потому что они получат от возмездия от Бога. «И страх, и пропасть, и сеть для вас, живущих на земле», говорит Бог. Страх, то есть люди, которые живут земными интересами, для них
страх и пропасть и сеть для вас, живущие на земле. Что значит живущие на земле? Значит ли это всех жителей? Нет. Это означает тех, кто живет только на земле. Разница понимаете или не понимаете? Когда человек живет только земными интересами, вот для него Бог говорит, вам я обещаю страх и пропасть и сеть. Страх. Сначала у вас будет паника, потому что в будущее вы будете смотреть с ужасом. А посмотрите люди, на людей, которые живут с земными интересами. А что, разве не так? Разве не паника все время? Ой, что же там будет? Ой, какой кошмар. Ой, ужас. Я вот сейчас сюда ехал, по меня по этому по мобильнику интервью брали. А правда ли, возможно ли так бунт там гастарбайтеров? А может быть революция, это ли резня какая-то, да? Вот, то есть люди живут в панике, понимаете? Непрерывная паника охватывает людей, охватывает человечество. Потому что люди живут земными интересами. Человек, который привык жить по-земному, его ждет, во-первых, страх. Во-вторых, его ждет пропасть. А в-третьих, его ждет сеть. Пропасть, он обязательно, страх его сбудется. Да? Он упадет. То, с чего он боялся, то он и то получит. На что боролся, на то и напоролся, называется. Да? Вот. Поэтому пропасть его ждет. То есть его все планы будут разрушены, он рухнет, упадет. И вся его идеология, и все его жизненные интересы, они окажутся пшиком, пустышкой. И сеть для вас, живущие на земле. Вас ждет сеть. Сеть не очень точный перевод. Лучше перевести это слово как селок. Ловушка. Ловушка, да? Для вас предназначена ловушка. Вы прилипли к земле, и вы будете пойманы в ловушку. Как об этом видел, это видел однажды Антоний Великий. Он видел, что вся земля покрыта сетями дьявола. И он спрашивал, кто же может избежать их? Но ему было сказано, смиренномудрый сделай человека способным избежать этих сетей. Но человек, который живет полностью земными интересами, его ждет ловушка дьявола. Поэтому Бог предупреждает. Сеть и пропасть, страх и пропасть и сеть для вас, живущие на земле. И кто побежит от страха, упадет в пропасть. А кто выйдет из пропасти, попадет в сеть. Потому что окна небесные растворятся, и основания земли потрясутся. То есть, если вы будете убегать от наказаний Божьих, вам убежать не получится. Вы от страха побежите и попадете в ту пропасть, от которой вы бежали. Вы вылезете из пропасти, думаете, что у вас все получилось вырваться, да? Как говорят, там, будем, у нас все получится, мы сможем, да, вот как там Обама сейчас так говорит. Там. Вот, а Бог сказал, сможете, посмотрим. Вот это тот самый принцип, который Бог говорит, что все живущие по земному, они рухнут. Все живущие земными интересами, они запутаются. И ждет их впереди только страх, пропасть и сеть. Потому что окна небесные творятся. Какое-то удивительно странное наказание обещает Бог. Что же за открытые окна небес? Дело в том, что согласно устройству, как согласно книге Бытия, мир устроен следующим образом. Существует несколько небес. Существует пространство, в котором обитают духовные существа, ангелы. Они называются небесами. Почему небеса? Потому что множественное число, мы не знаем, сколько их небес. Если мы обратимся к еврейскому подлиннику книги Бытия, это написано «Берешит бара Элогим Шамаим в Гаарец». Шамаим, то есть небеса, дословно, можно перевести двойственным числом, да, то есть там есть как минимум два неба. То есть существует некие два неба ангелов. Существует также третье небо, нам известно, это небо называется космическим пространством, которое Бог строил во второй день. Ну, есть еще небо, которое называется воздухом, да, то есть нам видимое голубое небо. И за пределы космического пространства, согласно Библии, Бог вывел какую-то огромную часть вод, половину всех вод Вселенной. Он вывел за пределы космического пространства. Мы бы сказали в другое измерение, да, в параллельное измерение вывел. И известные моменты, когда, согласно Библии, окна небесные отворялись. Кто помнит, когда это было? Во время потопа, да, окна небесные творились. Ну, мы могли бы сказать так, если с другого открылось две другое измерение, тут выхлынула вода. Это к вопросу, откуда вода попала, да, на Землю. Кстати, я, например, считаю, но это мое личное мнение, никому не навязываю, что, например, на Марсе вода появилась именно на Европе, да, знаете, да, Европа это спутник Юпитера. Там огромное количество воды появилось именно во время потопа. Вот эти намоины на Марсе, водяные, да, они появились тоже тогда же. А окна небесные. А мы ничего не знаем. Сказано, первый космос был погиб, будучи погубленной водой, сказано. Подлинник говорит о космосе. Апостол Петра сказано. То есть, как была космическая катастрофа, не только земная, понимаете, да? Не знаю, где окна открывались. Точные координаты окон небесных мне неизвестны. Но, впрочем, у нас есть великолепная возможность, может быть, дожить до нового открытия. А Бог обещал, видите, обещал, что в конце мира откроются снова эти окна небесные. Дело в том, что у Бога есть некое таинственное хранилище, которое он бережет на день последней битвы. Об нем сказано в книге Иова. «Ходил ли ты сокровища снежные и сокровища градные, видел ли ты?» спрашивает Бог Иова. «Те, которые я берегу на последний день, на день воинского крика и брани, то есть сражения».
То есть за пределами мира где-то Бога хранится, за пределами космоса, да? Боевой снаряд, если угодно, да, понимаете? У него там есть соответствующие снаряды. Апокалипсис уточняет, что произойдет, когда откроются окна небесные. Будет небольшой град. Каждый градин весом 50 килограмм. Представляете, да? И он упадет на всю планету. Ковровая бомбардировочка такая. Представляете, да? Если градин из космоса летит. Представляете? Ну, да. Возможно, возможно, возможно. Представляете, вот, собственно, и как раз ты сказано, что в конце вот это будет одно из наказаний, которое упоминает здесь Бог, да, открытые окна небесных, как наказание последнему миру. И об этом говорит, кстати, пророк Иезекииль, он говорит о великой последней битве языческих народов против народа Божия, когда Бог будет судиться огнем, градом и дождем из горящей серы. Вот он будет судиться этими народами. И здесь как раз вот об этой битве и говорится. Почему именно о битве? Потому что в это время на земле будет происходить военная операция. От богоборческие силы, они соберутся вместе, чтобы истребить остаток народа Божия, христиан. И именно в этот момент, когда у христиан не останется никакой надежды, произойдут некоторые космические изменения. Понимаете, Бог поменяет космос, дырочка откроется, будет ковровая бомбардировка. Понимаете, когда у нас говорят, что ой, там какой кошмар, что же, вот полный конец наступит тогда, когда всех чипизируют, и все будут учтены, потому что все спутники, все будут прозрачны. А теперь представьте себе, висят куча спутников, следят за всеми людьми, и тут открывается космическая дырочка. И начинается космическая бомбардировка. Много спутников останется на орбите, как вы думаете? Я подозреваю, что после космической бомбардировки спутников на орбите не останется в принципе, понимаете? Вот. Так что все эти страшилки, что нас обязательно там при помощи космоса будут полностью контролировать, они окажутся пшиком, понимаете, да? Потому что после великой космической бомбардировки ничего не останется. Но и при этом, добавляет Господь, и основания Земли потрясутся. То есть сама Земля начнет изменяться из своих глубин. Об этом говорит и апостол Иоанн в своем апокалипсисе. Бог им открыл подробненько, что значит потрясутся. Будет великое одноразовое землетрясение, но зато общепланетарное. Утонут все острова и рухнут все горы. Кстати, да, такое землетрясение. Я помню, когда мы как-то на дому изучали апокалипсис, меня там один знакомый говорил, ну, что можно сделать? Нас там можно построить, там от этой бомбардировки можно бомбоубежище построить. Можно. Но основания земли потрясутся. Понимаете, да? Бомбоубежище тоже не будет. То есть все, то есть это как раз-то конец, да, для всех этих, для всего этого мятежа. Бог долго ждал, терпел, а потом сказал, все, кто не спрятался, я не виноват. Да, в руке Божьей можно спрятаться. Только единственное место, где можно спрятаться, только в руках у Бога. По другому месту нигде не спрячешься. Так? Да, на Земле спрятаться невозможно. Но, как вы догадываетесь, и в ближнем космосе тоже. А вот чуть дальше вы увидите, что и в дальнем космосе не получится. Земля до основания потрясется и до конца скудеет Земля. То есть Земля будет трястись полностью. Да? Весь... Представьте себе, что Земля трясется до основания. То есть, представьте себе, это землетрясение, которое захватывает не кору земную, а полностью весь объем планеты. Представьте, трясется вся Земля. Вот, и потом исчезает до основания. Рассыпает, да, в полыхающем огне. Не только, еще Бог одновременно в недра земли включит. Наклонится и потрясется земля, как овощное хранилище. Вот овощное хранилище, конечно, у нас не наши амбары, а там у них такие. Овощное хранилище, что такое? Это место, где сидит человек, который хранит овощи. Шалаш такой, да, там он от любого ветерка может повалиться сильно. А в еврейском тексте написано, и как пьяный шумливый она упадет и не сможет уже встать, ибо преодолела на ней беззаконие. А в еврейском написано, она будет качаться, как колыбель, и беззаконие утяготеет на ней, и она упадет уже не станет. То есть это другой образ, да, что земля будет качаться вот так. Тебе представьте, что будет суточным кругом при таком подходе, да? То есть уже полюса изменятся, видите, то есть рухнут полюса, сдвинется полюса с места, так? Она, земля будет так вертеться, и упадет, и больше не встанет. Земля исчезнет. А? Но это будет мгновенно и очень быстро. И причина в чем? Опять мы видим в чем? То, что причина этого, потому что преодолела на ней беззаконие. Из-за того, что на земле люди окончательно выбрали беззаконие. Сейчас пока еще идет борьба, да ведь? И не только в православном мире, но и вне православия, да, люди каким-то образом, кто-то за законы Божии, кто-то против закона Божия, так? То есть происходит вот эта борьба людей, которые хотят по Божию поступать, с теми людьми, которые вопреки Богу поступают. Но когда преодолеет беззаконие, когда большинство человечества, подавляющее большинство человечества выберет зло, Писание объясняет, как, что произойдет это благодаря Антихристу, вот в результате его царствования, да, тогда земля будет уничтожена окончательно, бесповоротно. Кстати, интересно, согласно Анастаусту, вот апостасия, о которой часто говорят, то есть отступление, это будет имя Антихриста, одно из имен, потому что он ведет человечество в последнее величайшее отступление. Сейчас принято считать, что апостасия будет перед Антихристом, но Писание говорит, что апостасия это будет результат действия Антихриста.
законы издаст противобожные, да, он и пример даст, и очарует людей колдовством, то есть он на глазах людей колдовство будет делать, люди поклонятся ему как Бога. Вы знаете, на земле преодолеет беззаконие, то видите, то есть Бог прямо предсказывает, что земля в конце ждет, ее ждет не Царство Божие на земле, так? А наоборот, максимальное беззаконие ждет землю. И поэтому она упадет и больше не станет. Больше земля вот в этом виде, она исчезнет навсегда. И будет в тот день, прострет Господь руку на воинство небесное и на царей земных. И соберут их вместе, и заключат в крепости и темнице. И после многих поколений будет Божие посещение их. Бог простирает руку свою на воинство небесное. Что это такое? То есть, что за странное такое таинственное воинство небесное? Как вы думаете? Ангелы. То есть, на неких ангелов Бог простроит могущественную свою руку, и Он и сбросит их с небес в самом конце времен. Он отловит всех злых духов, которые окружают землю, да, которые называются духами злобной, злобы поднебесных, так? И поднебесное царство будет разрушено. Бог одним движением своей руки сметет все поднебесие, которое сейчас называют астралом, да? Там астральными мирами, там, да? Там параллельными мирами и так далее. Все эти параллельные миры, так называемый астрал, то есть духовные миры падших ангелов, они будут одним движением Бога закончены. Бог поймает всех ангелов мятежных, все воинство небесное. Он поймает всех царей земли, высокомерных, выступавших против Бога, и соберут их вместе. И заключат их крепости и темницы. И в подлине, говорит, будут заключены в ров, в некий огромный страшный ров, который описан в Писании как озеро, горящим огнем и серой еще. Они, то есть, будут брошены в огненную бездну навсегда. Произойдет это после многих поколений, Бог предупреждает. Бог через, и через много поколений будет посещение их. То есть Бог предупреждает сейчас своим именем пророка Исаии. Пройдет много еще поколений, пока Бог не посетит их. Сейчас еще им дано власть действовать, да, этим с духом злобы поднебесной. Но в конце сатану и его ангелов ждет полное, окончательное и вечное посрамление. Так что они больше никогда не встанут. Они навечно будут брошены в бездну огня, из которой они не поднимутся никогда. Здесь как раз-то можно вспомнить слова Анфтауста. Анфтауст говорит, спрашивает меня, где находится ад. Ну, он говорит, как я скажу так, что как темница помещает обычно вдали от дворцов, так вот и ад будет находиться вдали от селений праведных. Однако же, дальше говорит Таулст, не следует думать, искать место, где она будет находиться гиена, а следует искать способ, как бы туда не попасть. Понимаете, да? Что значит посещение их? То есть Бог, когда говорит, что Бог посетил кого-то, значит Бог будет судить их. Вот в конце, конец мира будет ознаменован еще судом над злыми духами. Недаром сказать, что праведники будут судить ангелов, да? Вот этих ангелов, мятежных злых духов, будут судить праведные. И Бог, по слову праведников, он осудит этих злодеев. И злодейские духи будут понесут свое наказание навсегда. И дальше говорит Писание. «И распадется кирпич, и пойдет стена, и покраснеет луна, и устыдится солнце, потому что Господь воцарится в Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами будет славен». Распадется кирпич, и пойдет стена. Некая таинственная стена, которая отделяла людей от Бога. Кирпичная, страшная стена. Почему кирпич? Красный камень, да. Раз, но главное другое. Кирпич, это напоминает нам об работе евреев в рабстве египетском. Помните? Что они делали? Они кирпичи изготавливали, так? Вот. А кто им руководил? Фараон, так? С насмотрщиками. Фараон был образом кого? Дьявола и ангелов его. То есть, вот это всю стену, которую построил дьявол вместе с злыми людьми, между Богом и людьми, и это стена злых духов, которая ограждает мир от Бога. Защищает, вернее, не дает людям подняться к Богу, да, после смерти. Эта стена рухнет, будет уничтожена Богом. И покраснеет луна, и устыдится солнце в самом конце, да? То есть луна будет красной, как кровь, как обещает Писание, да? Почему она будет красной? Будет отражать полыхающую землю. А луна, а солнце устыдится. То есть она не сможет больше светить, она станет черным, она потухнет. Вот, потому что Господь воцарится в Сионе и в Иерусалиме. Потому что наступит, наконец, Царство Бога. Появится новый Сион, да, и новый Иерусалим. Здесь пророк Исаия видит уже в своем видении тот самый новый Иерусалим, который подробно описан Иоанном Богословом, да, в своем удивительном таинственном видении. В самом конце последней главы Библии. Новый Иерусалим, сходящий от Бога. Вот в нем Бог воцарится навсегда. В этом великом Сионе. Про него мы и поем. Благословен Господь от Сиона, живы во Иерусалиме, да? Вот тогда, когда Бог воссядет в Новом Иерусалиме, а Он явит свою славу, когда наступит Его полное абсолютное царство, тогда устыдится солнце, потому что оно вспомнит, что прежний свет был уничтожен перед сиянием лица Божия, так? И луна покраснеет тоже от стыда,
То есть вся вселенная изменится, потому что появится новое небо и новая земля. А Бог воцарится и в Сионе, в Иерусалиме, и пред старейшинами славен будет. Он явит свою славу перед старейшинами, перед какими-то таинственными старейшинами, то есть перед всеми, перед теми 24 старцами, старейшинами, да, которых видел апостол Иоанн, сидящими вокруг Бога. 12 патриархов Ветхого Завета и 12 апостолов Нового Завета. Именно они здесь упоминаются, которые воздают честь и славу Богу, которые кладут перед Богом венцы свои, да, воскрывают перед ним фимиамы, поют ему песнь спасения, что Бог спас все человечество. Вот этим завершится конец мира. При этом дальше описывается песня нового спасенного Израиля, который будет прославлять Бога за то, что он совершил свой справедливый суд. Но об этом будем говорить в следующий раз. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой, еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тяжно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя. И на сень крылу твоею надеюсь, а донде же придет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Воздвиг очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги Твоей, я ниже воздремлет, храня Тя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой на руку десную Твою. Во дни солнце не ожжет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тя от всякого зла, сохранит душу Твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века.
Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, победимых покровительнице, зрите.